Добрый день, подписчики моего канала, зрители моего канала «Честный обзор». Мы сегодня находимся в супермаркете «Галерея дверей», и у нас очередной обзор по наличию жалюзи. Какие бывают жалюзи, сейчас расскажем, где их можно будет заказать и что у нас есть на выставке. Значит, есть огромная разновидность жалюзи. Начнем с день-ночь. Это жалюзи день-ночь. То есть здесь две полосы ткани, которые через утяжелитель, они ездят. Если вы потянете цепочку, у вас получается день, и если вы потянете цепочку, это будет ночь. Значит, здесь регулируемый световой поток. Дальше у нас появилась европейская новинка на Украине, она впервые представлена, это дабл-ролеты. Здесь два вала закреплены, значит, отдельно, и у каждого свой механизм. При желании вы можете опустить тюль нескольких вариантов, и вторым управлением вы уже можете опускать любую ткань, какую вы желаете. Вот, это называется дабл-ролета, и она прикрыта вверху коробом. Значит, алюминиевые жалюзи, разнообразные цвета, 25-я ламель, и жалюзи у нас вертикальные. Очень огромный ассортимент у нас, для примера, вот это каталог. Это все, что мы возим, то есть любые варианты, любые расцветки через одну, либо комбинированные. Есть вот такие варианты. Значит, следующие варианты у нас идут открытые системы и закрытые системы. Значит, у нас есть два варианта. Вот это закрытая система с плоской направляющей. Вот ткань входит в самом... между стеклом и между рамой, и при открытии створки эта ткань, когда вы открыли створку, она уже у вас не опускается, не болтается. Можно делать как фотопечать, можно делать любую ткань, подставлять. Это у нас закрытые системы. Дальше в нашем магазине представлена система, значит, это римские шторы. Они вот так опускаются и, соответственно, поднимаются. Это не новинка, но у нас представлено в огромном ассортименте всевозможных тканей. Вот, мы можем делать тоже в разной компоновке. Значит, деревянные жалюзи у нас идут. Тоже с очень большой гаммой расцветки ламелей. Узкая ламель и широкая ламель. Это все полностью сделано с дерева. Идут джутовые ролеты, это открытые уже системы, они идут джутовые, тоже очень огромный ассортимент представлено в вариантах всевозможных. И потом у нас идут уже просто сами открытые системы разных разновидностей. Вот они у нас на окнах представлены, можно делать до 2 метров. Высотою и длиною тоже до 2 метров. Вот. Есть у нас блэкауты, есть у нас термо. И сейчас мы работаем напрямую с поставщиками из Европы. Вот пришел вот сегодня новый каталог. У нас огромный ассортимент, значит, рулонных тканей. Все возможных расцветок. Вот пришли сейчас новиночки, новые ткани. Вот такие вот рогошечки. Это вот все новенькое. Только получили. То есть тоже в огромном ассортименте. Цена очень приемлемая у нас. Недорого стоит. Вот это вот тоже новинки. То есть очень огромный ассортимент. И добавили мы еще в наш ассортимент блэкауты. То есть у нас было их поменьше. Сейчас у нас добавились вот такие вот блэкауты. То есть вот это все блэкауты. Это те, которые полностью затемняют, не видно ваш на улицу. Вот. И есть еще у нас блэкауты с термо. Это внутренняя часть, она покрыта серебром. То есть покрытие, которое отталкивает солнечные лучи. Вот, называется термо. Тоже подъехали ткани. В большом ассортименте. Все это можно заказать в супермаркете «Галерея дверей» в городе Лисичанске. Супермаркет находится на площади Победы 121, правое крыло.
Вот такой сегодня у нас обзор. И добро пожаловать в наш магазин. Мы делаем всевозможные размеры. По вашим размерам делаем нестандарты, открытые, закрытые, деревянные, блэкауты, термо, фотопечать. Вот, то есть огромный ассортимент. Вот у нас еще есть большой стенд. На этом большом стенде тоже представлен огромный ассортимент всевозможных жалюзи. То есть все это можно выбрать на ваш выбор, что вы желаете и что вам больше нравится. Вот. Подходите, будем рады. Будет ссылочка на наш магазин. Можете заказывать через интернет. Отправляем разные размеры с разной сеткой. Представляете нам размеры, ширину и высоту. И мы уже под вас подбираем. Большое спасибо за то, что смотрите мой канал. Всем до новых встреч!